existence and had its early growth and development during this time of the Roman peace. А христианство зародилось и начало распространяться именно в этот период перемирия, римского перемирия. And many benefits came from this peace. И вот благодаря тому, что было такое мирное время, было очень много положительных последствий. For one thing, it brought a sense of unity among the nations. Какие же это положительные результаты перемирия? Во-первых, присутствовало чувство единства народов. And this unity resulted in making travel from province to province very easy. Чувство единства народов облегчало передвижение из одной страны в другую, из одной провинции, можно сказать, в другую. And this was enhanced by the extensive and excellent system of Roman roads. Особенно путешествовать было легко и хорошо благодаря хорошо развитой системе и хорошим дорогам. And it was also safe to travel throughout the empire. Кроме того, путешествовать было достаточно безопасно по всей империи. Or at least relatively safe. Можно сказать, относительно безопасно. Because there were Roman soldiers throughout the empire who served as policemen. Потому что римские солдаты, они в любой провинции выполняли роль полицейских. Another benefit of the Roman peace. Еще один положительный результат перемирия. Was that it encouraged the development of culture. То, что перемирие побудило развитие культуры. Leading to the great developments of art and literature. Развивалось искусство, развивалась литература. You see, during times when all the people are poor and they spend all of their day just working to survive. В то время, когда люди, например, очень бедны, и целый день они тратят время только на работу для того, чтобы выжить. There is not time to study the arts or literature. Естественно, у людей в такой вот период, да, нет времени для того, чтобы читать книги, искусством заниматься. But when wealth came to Rome, and people had leisure time. Но когда Рим стал процветать, когда появились богатые люди, когда появился досуг, свободное время, they then had time to develop their artistic loves and tastes. То естественно появилось время и для развития таких вот пристрастий и искусства. And that's the third benefit that came from the Roman peace. Это как раз третий положительный результат перемирия. The prosperity of the empire. Можно выразить следующим образом: процветание империи. Provided leisure time. Которое предоставило время для досуга. At least for the wealthy class. И развлечений, по крайней мере, для богатого населения. And then fourth, there was a common language. Четвертый положительный результат перемирия – это общий язык. Interestingly enough, it wasn't Latin, it was Greek at first. It was spoken throughout the empire. Интересно, что в Римской империи, во всей Римской империи говорили не на латыни, да, говорили на греческом языке. And then fifth. И пятый. The Roman army spread the Roman way throughout the world. Римская армия распространяла римский образ жизни в обществе, там, где она присутствовала. Now you ask the question, how did all this help the growth of Christianity? Вы можете задать вопрос, ну как вот эти положительные результаты вообще могли способствовать развитию раннего христианства? The Romans certainly weren't spreading the Christian faith. Естественно, что римляне не распространяли христианскую веру, по крайней мере, в начале они этого не делали. The Romans were polytheists by religion. They believed in many gods. Римляне были политеистами, они верили во многобожие. In fact, they even claimed that the emperor was one of their gods. Они также считали, что император также был одним из богов. So they weren't spreading the monotheism of Christianity. Естественно, что они не распространяли монотеистичную религию христианства. How then did Rome help with the spread of faith? Как же тогда мы можем говорить, что Рим проложил путь для христианства и помог его распространению? Well, we can say that Rome established the logistic and strategic foundation for the spreading of the faith. Мы можем сказать, что Рим заложил юридические и политические юридическое и политическое основание для распространения христианства. How did they do this? Что же конкретно они сделали? Well, for one thing, вот
Первое. The Roman roads made for easy travel. Да, сейчас отметим четыре фактора, да? Первое – это римские дороги облегчили перемещение. And also, if you were a Roman citizen, you could travel from province to province, and you didn't need to have a passport. А если вы были римским гражданином, то вам тем более можно было спокойно перемещаться с одного места на другое, и не нужны были документы, например, паспорт. And there were no such things as visas. То есть не было такого понятия, как виза. Now, some of you, maybe some of you actually have tried to visit family or friends in Europe or in the United States. А может быть, кто-то из вас пытался поехать к родственникам, которые живут в Европе или в Америке? And if you want to get permission to live in the United States. А или, может быть, кто-то хотел получить вид на жительство в Соединённых Штатах. It's very difficult to get a residence visa. А то сейчас очень трудно получить такую визу и место на вид на жительство. I cannot travel around the world as I do without making a lot of advanced preparation. Yes, но мне приходится много путешествовать, однако это нелегко, потому что всегда заранее нужно побеспокоиться о надлежащих документах. You see, the Apostle Paul, though, didn't have that problem. А вот у апостола Павла таких проблем не было. If he wanted to travel, he just traveled. He's a Roman citizen. Если он хотел куда-то поехать, он просто брал и ехал, потому что был римским гражданином. He could go from province to province. А он мог из одной провинции переходить в другую провинцию. He could go from Asia to Bithynia to Pontus to Мог из Азии в Вифанию, потом в Понтию. To Rome. В Рим. Yeah. Without having to show his passport. А ему не нужно было при этом показывать документы. And so it was very easy for him and for the others to travel from place to place. Поэтому можно сказать, что было gospel. Достаточно легко передвигаться с одного места на другое, при этом распространяя благую весть. Now, the Romans did not build their roads and develop the Roman peace for the purpose of Christians spreading the gospel. Естественно, что римляне установили перемирие и построили дороги не для того, чтобы христиане по ним ходили и распространяли Евангелие. The Romans built those roads so they could transport their troops quickly throughout the empire. Римляне построили все эти дороги для того, чтобы римские войска могли быстро передвигаться с одного места на другое. Secondly, второе. The common language enhanced the communication of the gospel message. Что еще помогло? There is a question. Yes. А можете немножко сказать о римском гражданстве? Как оно давалось и какие привилегии оно давало, как апостолу Павлу досталось? So can you explain about the Roman citizenship? How a person could become a Roman citizen? How Paul became a Roman citizen? What the privileges they had except that traveling? Well, Paul became a Roman citizen. He was what we call a Hellenistic Jew. Павел стал римским гражданином, потому что он был евреем, эллинистом. In that he was a Jew of the dispersion. His family did not live in Jerusalem. Дело в том, что существовала диаспора, и его семья принадлежала к диаспоре. В диаспоре было два класса людей. И вот одни евреи назывались эллинистами, они не жили в Иерусалиме. He grew up in Tarsus, which вы знаете, что Павел вырос в Тарсе. Это территория Малой Азии или современной Турции. And in a process of time, в процессе времени, if people, particularly those who lived in the different provinces, as Paul did, and his family would commit their loyalty to the Roman government. Эти люди, которые жили в различных провинциях, если они говорили о своей верности римскому правительству, they could apply for citizenship. То они могли попросить себе римского гражданства. In the same way that if I came to Russia and decided to denounce my American citizenship and apply for Russian citizenship. Например, если бы я приехал в Россию и решил бы отказаться от американского гражданства, мне пришлось бы попросить российского гражданства. After a proper period of time and convincing of the authorities that I was committed to be a Russian citizen, I believe I could ultimately become a Russian citizen. Пройдет какое-то время, и когда власть действительно удостоверится, что я буду предан России и что я действительно серьезно намерен быть российским гражданином, то тогда со временем я могу получить российское гражданство.
And there are many of your family and friends from Russia who come to America who are probably now American citizens. А очень многие иммигранты из, например, России приезжают в Америку, и они получают со временем получают американское гражданство. Well, Paul's family probably before Paul was born had established Roman citizenship, so he was probably born into citizenship. Семья Павла, скорее всего, получила римское гражданство еще до того, как родился Павел, и поэтому ему просто он уже родился римским гражданином. And the benefits of Roman citizenship included the freedom to travel as he did. А преимущества, которые были у римских граждан, одно мы с вами уже сказали, то, что они могли свободно перемещаться из одной провинции в другую. But it also included his being able to appeal to Roman justice rather than to local governors, if he needed to. Римский гражданин, который жил на другой территории, мог обратиться в римский суд, а в то время как другие люди могли обратиться только к местной власти. And of course, that's what Paul did at the end when he was in prison, when he thought he wasn't getting fair treatment by the local governors. А помните, мы говорили о том, что когда Павел считал, что местная власть несправедливо с ним обращается, он обратился в суд кесарь. He could appeal to Rome to judge his case. Он мог обратиться к Риму, чтобы они рассмотрели его дело. Now the apostle Peter could not have done that. Апостол Петр не мог себе этого позволить и права такого не имел, потому что не являлся римским гражданином. Okay. Вот. So another benefit of this common language. Many different provinces, there are many languages spoken. Итак, что же еще помогло распространению христианства? Третье это или второе? Второе это общий язык. Общий язык, который способствовал распространению Евангелия. And the Romans dealt with the question of how are we going to be able to communicate throughout the empire with all these different languages? А почему вообще появился общий язык в Римской империи? Естественно, встал однажды вопрос: как же мы будем общаться, как же будут вестись дела, если столько много провинций и каждый говорит на своем языке? So they established the Greek language. Поэтому было установлено, что общим языком будет греческий. Which was the most widely spoken language because of the influence of the Greeks in the past. Это был достаточно уже до этого времени распространенный язык и простонародный также язык, потому что греческое влияние было достаточно сильно в прошлом. And so that's the language of the empire. А и тогда они решили, что вот греческий будет языком империи. And people could still speak their local languages. Не запрещалось говорить на своем родном языке. But they also needed to learn Greek. Но греческий им все равно необходимо было знать. So they could communicate. Для того, чтобы общаться. Similar to the Soviet Union. А то же самое, как в Советском Союзе, да, раньше было. In the days of the Soviet Union, everybody learned to speak Russian. А все должны были говорить на русском языке. When I go to Moldova, everybody can speak Russian. А когда я ездил в Молдавию, например, там любой человек говорил по-русски. But when you hear them talking on the street, they're speaking Romanian. А но в то же время на улице между собой они говорили на румынском. And you folks from Ukraine, do you speak Russian or do you speak Ukrainian when you're in Ukraine? А кто тут из вас, кто с Украины приехал, на Украине по-украински говорите или по-русски сейчас? Maybe a little both, huh? Наверное, то и другое. So it doesn't matter if you get to both. Yeah, you do a little bit of both. Well, this is the same situation in the Roman Empire. Знаете, тот язык и другой язык. Такая же ситуация была и в Римской империи. But can you see how that made evangelism easy? Но вы можете увидеть, какое это было преимущество для благовестия? If Paul and Peter, Paul who spoke Hebrew. Если Петр и Павел, которые говорили на еврейском, went to Rome. Отправились бы в Рим. Where people tended to speak Latin. А где люди говорили на латыни? He could communicate. They could communicate because both the Romans and the Jews knew Greek. Они смогли бы понять друг друга, только если бы они говорили на греческом языке, потому что и те понимали греческий, и эти понимали греческий. Another factor that helped spread the gospel was the prosperity. И еще один фактор, который способствовал распространению Евангелия, это процветание, это богатство. Because it gave the leisure time, the leisure class time to read about Christianity. А каким образом? То, что люди стали богатыми,
помогло им, в результате того, что люди стали богатыми, появилось свободное время для чтения. And as they would read, they would usually read out loud. А когда они читали обычно вслух. And so their servants, who couldn't read, could hear. И поэтому слуги, которые были неграмотные, могли слышать то, о чем читают. But quite often the servants who had some education and who could read would actually be the ones reading to their masters, and they too would hear. Наоборот, если слуги умели читать, то тогда они читали своим господам различные литературные произведения, в том числе и христианские. And then another thing we found was that the Roman soldiers, eventually many of them became Christians. И еще один фактор, который касается римских солдат. Среди римских воинов многие стали христианами. And so as the soldiers would be sent to the outposts all over the empire, those who were Christians took their faith with them. А римских воинов постоянно посылали то в одно место, то в другое место. Империя была очень большая, и поэтому куда двигались римские воины-христиане, туда они несли свою веру. And thus, unknown to them, и, может быть, сами того не осознавая, the Roman authorities actually laid the logistic groundwork for the spreading of the faith. Сами того не осознавая, римские правители таким образом проложили дорогу для распространения веры, заложили такое вот юридическое и политическое основание. It was not their intention at all. То есть, естественно, это не было продумано. In fact, the Romans had a law that it was illegal to start new religions in the empire. Вообще, в соответствии с законом Римской империи было вне закона начинать какую-то новую религию. Yet, if it weren't for the systems set in place by the Romans, it would have been very, very difficult to spread the faith. И было бы очень трудно распространять веру, если бы вот уже не существовала такая вот система. It's interesting how God works, isn't it? Поэтому очень интересно в этом увидеть Божью работу. God can take the attempts of those who are anti-Christian to stop the faith and actually use them to spread the faith. Иногда бывает так, что некоторые люди предпринимают большие усилия, чтобы препятствовать распространению благой вести, а Бог использует действия этих людей совершенно для обратного. Получается, что наоборот, они способствуют распространению благой вести. Now, do you think that can happen today? Как вы думаете, такое вот может произойти сейчас? То, что было вот в Римской империи, может сейчас как-то тоже в наше время произойти? Конечно, конечно. Has God changed? Потому что Бог не изменился, не так ли? Has it happened today? А как вы думаете, в наше время было что-то, какой-нибудь такой случай, подобный вот римскому случаю? Yes, it has. Но в наше время какие-то, может быть, там именно богословские взгляды, и христианство также распространяется, так же быстро распространяются всякие, Nowadays, not only theology and Christianity, but a lot of heresy is spreading as fast as especially with the help of internet and. So in our country, when there was the time of glasnost, and people could speak, that was the possibility. It was not done for the purpose of religion, but it helped the religion. Yeah, the thing with these systems is that they're pretty neutral. They can be used to spread false teaching or Да, что касается политической системы или общественной системы, естественно, что они нейтральны. Они могут использоваться и для того, чтобы распространять истинное учение, они могут использоваться теми, кто распространяет ложное учение. And we as Christians need to remember that God is God. А но мы, как христиане, должны всегда помнить о том, что Бог всегда остается Богом. And we do not need to sit back and let unbelievers and to let Satan control the systems. И мы с вами не должны сидеть сложа руки и оставлять возможность вот именно сатане и неверующим людям пользоваться преимуществами какой-то системы. But God can take those systems and use them for His purposes. Но должны помнить о том, что Бог может использовать уже сложившуюся систему для того, чтобы осуществить свой замысел. Let me give you an example of probably the greatest story of Christian triumph in the
20th century. А я хочу привести вот один пример, который имеет отношение к 20-му, даже 21-му веку, в котором говорится о великом триумфе христианства. Now who would you say, if you could think of it, of an individual was instrumental, I have to be careful how I say this, who can you say was most instrumental in bringing the largest number of people to salvation in Christ than anyone else in the last 100 years? За последние 100 лет, за последний век, как вы думаете, кого из людей, из различных великих деятелей вы можете назвать, благодаря кому? Мы, когда мы говорим «благодаря которому», подразумеваемся, что он был орудием в Божьих руках, конечно же. Благодаря кому, которому очень много людей пришло ко Христу. То есть в 20 веке. Да, последние 100 лет в 20 веке. Это 1900 какой-то год. Горбачев. Let me suggest the name Mao Zedong. А это Мао Цзэдун. Казалось. Can you hear rolling over in his grave right now? А он, наверное, сейчас переворачивается в гробу, когда говорят, что он способствовал развитию христианства. Mao Zedong hated Christianity. Мао Цзэдун ненавидел христиан. He wanted to wipe out Christianity. А он хотел их вообще стереть с лица земли. He wanted to wipe out everything except his communist ideology. А он хотел вообще все стереть и оставить только одну коммунистическую идеологию. How could he be instrumental? Как же тогда он может быть инструментом в Божьих руках, тем человеком, который способствовал приходу множества людей ко Христу? Well, look what happened in China. Давайте попробуем разобраться в том, что произошло в Китае. In the early 1960s, Mao Zedong began what he called his cultural revolution. В начале 60-х годов, в 1960-й год, как раз начало культурной революции, которую начал Мао Цзэдун. He wanted to so immerse China in his communist ideology that he wanted to rid the country of every other ideology or influence. Он хотел, чтобы вся страна, весь Китай, глубоко погрузился в коммунистическую идеологию, а поэтому необходимо было избавить страну от любой другой идеологии. And so he needed to do two things. А для этого он предпринял два таких вот шага. One, he needed to eliminate all other viewpoints. Во-первых, ему необходимо было, чтобы не было никакого другого мировоззрения. And two, he needed to indoctrinate the population in communist ideology. И второе, необходимо было распространить это учение о коммунизме. То есть это должно было стать доктриной для всех. So what did he do? А что же для этого нужно было предпринять? First, he made it against the law for anyone in the schools or otherwise to study the traditional Chinese religions. Во-первых, он принял закон, в соответствии с которым запрещалось преподавать в школе или в любом другом общественном месте какую-нибудь из традиционных религий. And that included Christianity. И включалось и христианство, вообще никакой религии. But not only that. Но не только это. Students couldn't study Confucianism. Студенты не должны были изучать даже историю конфуцианства. They couldn't study Buddhism. Они не должны были узнавать о буддизме. They couldn't study Taoism. Они не должны даоизм изучать. Or any other. И вообще любую другую религию они не должны были изучать. They could only study communism. Можно было изучать только теорию коммунизма. And then he thought, now, what am I going to do with these Christians, though? Но он думает, а что же делать с христианами? Christians keep sharing their faith and they fellowship with one another. Христиане всегда делятся своей верой, и они любят общаться друг с другом. And even though the Christian population was not large, it was only maybe a million people in China. Христианского населения было не так уж и много, наверное, всего миллион жителей в Китае. He thought the best way to eliminate Christianity. Он подумал, что все-таки нужно что-то с ними делать, и самый лучший способ. Is to make it impossible for Christians to have fellowship with one. Сделать так, чтобы христиане не могли друг с другом общаться. Нужно их было расселить. So he thought, well, there's only a million of them. I'll just
Spread them out throughout the country and isolate them from one another. Их всего миллион, так что не трудно будет их расселить по разным уголкам страны, и они будут в изоляции. And so you isolate these Christians in these little villages all over China. То есть одни верующие в одной деревне оказались, другие верующие в другой деревне, и так по всему Китаю. Thinking they would get so lonely for fellowship that they would join the local communist group and find fellowship. А он думал, что эти христиане так будут чувствовать себя одинокими без общения, что в конце концов все-таки решат лучше общаться с коммунистами, чем быть христианином. And then he said, if we're going to reach the whole country with the communist ideology, we've got to make it easy for our propagandists to move around the country. А потом он подумал, нам необходимо распространение коммунистической идеологии. Для этого необходимо сделать этот способ легким, доступным. So he began to develop a very extensive road system. Поэтому начали строить дороги, чтобы необходимо было, чтобы было легче путешествовать идеологам и пропагандировать идеологию. And then he realized, we can get our people around the country, but the problem is, this is a big country, and there are so many languages. После того, как уже дороги были построены, хорошие дороги, передвижение было хорошим, он подумал, что слишком много диалектов все-таки в Китае, люди говорят на разных диалектах. So he chose the major language that was spoken by the most people, the language of Mandarin. И тогда он выбрал один из диалектов, который был самым распространенным, на котором говорило большее число китайцев. Это был мандаринский диалект китайского языка. He made that the official language of China. И тогда сказал, государственный язык Китая будет мандаринский. Everyone had to learn Mandarin. Все должны были обязательно изучить мандаринский. So the systems were in place. То есть всю систему он разработал. Все было на своем месте. What went wrong? А что же тогда у него не получилось? Well, 20 years later. Через 20 лет. All these people, these children who had gone through the school system. А все вот эти люди, особенно дети, которые уже прошли школьную систему, которые нигде не изучали религии, had studied communism. А изучали только коммунизм. And had seen the effect that it had on China, which was not much. И они уже увидели, что вот положительных результатов коммунизма не так уж и много в Китае. And when these children got to be college age, а когда эти дети поступили в колледжи, they began to see that communism just didn't answer the questions. It sounded good, but it didn't work. Они начали понимать, что коммунизм не отвечает на их насущные вопросы. Все вроде бы звучит хорошо, но в то же время практического результата нет. And so many of the college students began to reject. И вот уже в колледже студенты начали противостоять идеологии коммунизма, они стали его отвергать. А тогда вопрос, если нет этой идеологии, куда обратиться? They had not been raised in their traditional religion. They didn't know anything about Taoism or Confucianism. Больше ничего нет, потому что они не воспитывались в традиционных религиозных убеждениях. Они не знали ни конфуцианства, ни буддизма, ни даоизма. Where would they turn? Кому обратиться? Куда пойти? They found out that there was a quiet movement going on. И они узнали, что существует тихое тайное движение. A movement that was started by this small number of people who call themselves Christians. Это движение было организовано небольшой вот этой группой людей, которые называли себя христианами. You see, the major mistake that Mao made. Основная ошибка, которую совершил Мао Цзэдун, was that he could destroy Christianity by isolating Christians from заключалось в том, что он думал, что христианство можно уничтожить, если разделить христиан, если изолировать их друг от друга. But Christians have been strange people over the years. Но христиане всегда были странноватыми людьми. You force them into isolation. Если вы их отправляете в уединенное место, you force them into hardship and suffering. Если вы заставляете их страдать, проходить какие-то трудности, and all that does is strengthen it. Это их только укрепляет. And Christians can have this strange ability and the power of God to rise from the depths
to new life. Да, и у христиан есть такая вот удивительная способность, естественно, с Божьей помощью с самого дна подниматься и силой вырываться вверх. So what did these Christians do? Что же сделали эти христиане? When they got lonely, did they go join the local committee to talk about communism? Когда им стало одиноко, как вы думаете, они пошли к коммунистам, чтобы поговорить о коммунизме? No, they began to go to their neighbors and tell them about Christ. Нет, они просто ходили к соседям и говорили, знаете, мы расскажем вам о Христе. Pretty soon their neighbors were accepting Christ. Очень часто христиане принимали Христа. And little churches were popping up in the villages all over China. В деревнях появлялись маленькие церквушки там, тут. And then there were villages where there were no Christians. Well, how do you reach those? А потом оказывалось, что в какой-то деревне, не поселили христианина, никто там не знает о Христе. Что же делать? Well, it was easy. There were good roads. Теперь уже было легко, дорогу уже проложили до туда, дойти не заставили. And they get to these other villages and find out that the people spoke a different language than the village they came from. И они отправлялись в другую деревню, и оказывается, что в той деревне говорили на таком же языке, как и в их деревне, теперь уже не пользовались тем диалектом. No problem. Теперь у них уже не было проблем в языковом общении. Because Mao had everybody learn Mandarin. Потому что Мао заставил всех выучить мандаринский. So they taught Mandarin. Поэтому они на мандарине распространялись. And these college students who had nothing to turn to because they had no foundation. И особенно вот эти вот студенты различных учебных заведений, которым некуда было обратиться, когда они разочаровались в коммунистической идеологии. They began to hear that about this Christian message, and it made sense to them, and many of them moved into Christianity. Они вот услышали о благой вести, и это их привлекло. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. And in the late 1970s, when the doors opened in China for commerce. А вот в 1970 году, когда открыли двери для торговли с другими странами, когда Китай открыл двери, христиане, бизнесмены отправлялись в Китай с мыслями, что, наверное, не осталось уже там и христиан-то среди китайцев. Найду ли я кого-нибудь? What did they find? И что же они обнаружили? A million Christians? Только миллион христиан? No Christians? Или вообще не было христиан? No. Нет. You know the story. Вы знаете, чем все закончилось, да? 50 миллионов христиан. 60 миллионов. They didn't even know how many. Они даже посчитать не могли. Some are saying there's over 100 million Christians in China today. Потому что некоторые считают, что на сегодняшний день в Китае должно быть где-то 100 миллионов христиан. There are more Christians in China today than there are in my country, the United States. В Китае намного больше христиан, чем в Соединенных Штатах. More Christians in China than there are in Russia, including the among Christians all of the Russian Orthodox Church. Больше христиан в Китае, чем в России, если даже всех православных посчитать верующих. What do we say? Что же мы можем сказать на это? Of course, we say thank God. Мы, конечно, скажем слава Богу. But we also say with a smile on our face. А мы можем Thank you, Mao. Улыбнуться и сказать, да, вот так вот иронично, спасибо, Мао Цзэдун, за помощь, оказанную нам. And I want you to keep that in mind. We don't know what the future is in terms of. То есть вот эта вот история, я думаю, будет полезна для того, вспоминать, что иногда мы не знаем, какой будет история русской церкви, remember, что в будущем. The Bible says the gates of hell shall not prevail. Но помните, что в Библии всегда говорится о том, что врата ада не преодолеют церковь. And God can take the evil attempts of leaders and use them for His purpose. И Бог может использовать даже злые умыслы различных политических деятелей и руководителей для того, чтобы осуществить свой замысел.